Привет, с вами Кононова Анна, Шишкина Екатерина, дочка моя. Сегодня мы вам покажем 44 размер и 52 размер на маме, на свекрови моей. Вот, и да, он сидит там, улыбается. Помаши ручкой, тебя видно, мама. Вот, ну, что можно сказать? Так, у Кати будут две кофточки в этот раз. Это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, цвет белый, размер 44, 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 521-295. Ну, как вы видите, кофточка такая полупросвечивающая. Кать, покажи там сбоку ценничек внутри, вот который. Нет, ты его не выворачивай, а покажи, как просвечивает на ценнике. Вот, видите, как он просвечивает, даже буквы все видно. Вот, то есть вот таким вот образом, да, поэтому кто будет заказывать эту кофточку, знаете, что она действительно просвечивает. Катюш, подойди еще, мы виджитал посмотрим, да, то есть это бусинки, ой, слишком близко. Так, это бусинки. У нас тут еще куча мужской одежды, как вы видите. Так, вот такие вот бусинки, они прошиты, да, Кать? Угу. Так, можно ли я вот так вот аккуратненько? Нет, а нет, да, они прошиты идут. То есть они не отвалятся, они не приклеенные, да. То есть ряд мелких бусинок идет и ряд крупных бусинок идет. Ну, в принципе, мне нравится. Мне нравится эта вещь. Не знаю, как Катерине, но вот сами смотрите. 521-295. Достойная вещица. Кать, как тебе? Она удобная, красивая, даже мягкая в какой-то степени тянется, но не по мне. А что не так? Просвечивает или слишком... Мне надпись не нравится. А, надпись не нравится, да? Я не люблю все эти объемные надписи, которые вот тут нагружаюсь. Что это вообще? Но ага. Она сама-то очень красивая, и фанатам, и любителям, в принципе, советую, она хорошая. Просто это не мой вкус. Ага, понятно. Так, на маме сейчас получается трикотажный джемпер для женщины. Темно-зеленый, размер 52, 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 521-245. Очень достойный джемпер. Мы его сразу решили оставить. Он тянется. Мам, покажи, как он тянется. Да, то есть он очень хорошо тянется. Вся тянется, вся модель, да. И получается низ изделия, что рукава, что сам низ изделия выполнен в форме резиночки. Вот, отлично смотрится. Мам, подойди, мы тебя пощупаем, да. То есть вот это вот что-то, да, вот это что-то типа бархата идет. Очень красиво оно идет, как вы видите, в два слоя. Первый слой вот такой просвечивающий, да, вот, да, как вы видите. Так, это два слоя или один? Один слой, да? А, один слой. И мне показалось, что два. Ну, очень красиво, конечно, очень здорово. И если... Нет, это все-таки... Нет, это один, но он еле-еле такой немножечко просвечивающий. Вот, ну, если вот так сильно-сильно натянуть, да, вот можно увидеть лямочку от бюстгальтера, да, то есть вот хочется вам это показать, что вот как он, ну, очень красивый, очень такой приятный, классный, да, как вы видите, достойная очень вещь. Маме просто, она прям просто в нем преобразилась. Он очень стройнит фигуру, он скрывает все недостатки, если они, конечно, у вас есть, да, то есть и, смотрите, и ручки стройнит, и все, и вообще здорово. Так, Катюшка переоделась, давай, вылетай, маме спасибо. Вот, значит, Катюшка, Кать, тебе очень идет, угу. Очень идет, ты такая в нем красотка, это вообще очень красиво. Это трикотажная толстовка для женщины, цвет мультицвет, размер 44, 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 521-250. Просто... Вообще очень красиво, мне нравится, освежает, сразу такая девочка, сразу такая классная, вещь тянется, я вижу, низ изделия полностью, рукав и получается, резинка такая, да, резинка, да, по всему ткань, низу изделия, да. А вот тут есть вот эта вот резиночка тоже, да, есть, Кать, подойди, посмотрим, ткань, да, то есть ткань тут идет ближе немножко, да, то есть вот такое вот блестящее, и вот тут, да, то есть это тоже как бы красочка идет, не знаю, как оно будет носиться, но вы посмотрите, как красиво, как здорово. Так, тут идет стык, да, то есть узор не совпадает, но
это вообще ни о чем, да, то есть если прошлая футболочка такая была какая-то простоватая, то в этой ходить, мне кажется, одно удовольствие. Она не просвечивает, да, то есть она не выделяет там сильно нижнее белье, там все такое, просто никаких нареканий нет. Катю, что скажешь? Мне кажется, ее я буду носить. Будешь носить, да, воображуля. Ну, Катя со мной уже не первую коллекцию. Да люблю я тебя, люблю. Люблю я тебя, люблю. Да, то есть, ну, Катя со мной не первую коллекцию, и видно, что первая кофта ей не понравилась, и в этой она, конечно, заулыбалась, уже расцвела. Ну все, Катюш, мы тебя... А, кстати, вот у нас носочки от Faberlic, типа чешечек, слитки. Да, слитки. Очень удобные, Катя их носит с удовольствием, и ей очень нравится. Черные, белые, серые, они тут две пары вместе. Угу. Ну, знаете, дорогие коллеги, вот что хочется сказать, очень круто работать на хорошем, качественном, красивом товаре и зарабатывать на этом деньги, когда мы ходим покупать в магазин, деньги там не платят. Тут же мы создаем сеть покупателей и получаем процент, и это, конечно, круто, это здорово. Буду надеяться, что моя дочка меня повторит. Ну все, Катюш, скажи всем пока, осталось только... Дальше без меня. Так, сейчас на маме трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Артикул 521-272, цвет зеленый, размер 52, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Вот такая вот вещица классная, мама, просим тебя поближе, да, то есть покажем вот эти штучки. Они пришиты, да. То есть, она идет двойная, что? А нет, вот тут это значит идет, да. Вот они тут прошиты, тут бусинки, все прошито, 4 черненьких, 3 беленьких, такой вот рисуночек. Тут идет такая вот сборочка, как вы видите, очень даже симпатично. Но все можно гладить и носить. Отличная вещь смотрится, и на маме тоже очень-очень хорошо смотрится, как вы видите. Мне очень даже и понравилось. Вот, никаких нареканий нет, и мама, это наше, наверное, открытие, маме идет зеленый цвет, оказывается. Но идет не болотный зеленый, а вот именно вот такой вот яркий, благородный, зеленый, такой хороший, насыщенный оттеночек. Так, сейчас на маме что-то типа футболки, трикотажного джемпера, очень тоненького такого, с укороченным рукавом для женщины. Артикул 521-290, цвет белый, размер 52, 85 вискозы, 15 полиэстер. Очень она нам понравилась, но, как вы видите, степень просвечиваемости, можете посмотреть, юбочка, да, как выделяется, просвечивает. Да, то есть это, я могу сказать, что это легкая футболка под пиджачок, под что-то очень классное. Мам, подойди, пожалуйста, еще вот хотелось бы показать, что вот, что низ изделия, что вот тут это что-то такое прорезиненное, какая-то такая вот красивая очень резиночка, напыление, да, с той стороны очень красиво смотрится. Очень так свеженько, здорово, и низ изделия точно-точно такой же. Так, сейчас на маме трикотажный джемпер с укороченным рукавом для женщины. Артикул 521-263, цвет фуксия, размер 52, 79 полиэстер, 18 вискоза, 3 эластан. Ну, что можно сказать? Маму эти фонарики как-то увеличивают, не очень хорошо оно смотрится. Цветочки как-то, вот мне показалось, что это прошлый век, мы с ней это все дело обсудили за кадром, да. А, цвет ей очень идет, это ее цвет, очень сильный, симпатичный, но вот вы знаете, как-то вот эта модель, она ее в целом не украшает, да, то есть увеличивает там, где не нужно, поэтому это, конечно, не на ее, да, то есть это возврат получается, но цвет просто обалденный, как бы, мне кажется, на стройных женщин оно подойдет, ну, на молодых точно не подойдет, вот, подойдет именно вот уже на людей там за 40 примерно, да, то есть не раньше, вот наше мнение. Ну что ж, это последняя ведь, да, мам, кофточка, а еще есть платье, да, ага. Так, сейчас на маме получается трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 521-317, цвет мультицвет, размер 52, состав 95% полиэстер, 5% эластан. Ну, как вы видите, платье прямого кроя, длинный рукавчик, все замечательно, ткань точно такая же, вот его платье, как Катюшкин джемпер, действительно, это платье маме подходит. Мам, будешь носить? Да. Я не спросила до видео. Да.
Будешь носить, да? Понравилось. Плотненько, хорошенько. Да. Как себя чувствуешь? Удобно, не потеется очень. В нем ничего? Удобно, но свободно очень. Ага. И хорошо. Хорошо. Ну, и носи с удовольствием, да. Ну, и, конечно, видно, что платье достойное, да, такое, да. Классное. Угу. Вот, суперское. Вот. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, Шишкина Екатерина, Кононова Ираида. Всем мы вам желаем одеваться красиво, со вкусом. Думаю, вы для себя кое-что присмотрели, кое-что брать не будете. Вот. Но я привыкла в обзорах рассказывать только правду. И могу сказать, что общая часть, большая часть коллекции, она действительно... Мне очень понравилось, и мало того, что понравилось, я в восторге. Вот, поэтому в целом все отлично.